Сегодня состоялось рассмотрение жалобы на постановление Алуштинского городского суда, которую мы подали в Верховном суде Республики Крым. Вот, ну, не питая иллюзий, мы понимали, что решение останется, скорее всего, в силе, решение Алуштинского суда, которым мусульманская религиозная община Алушта, которая функционирует в данной местности с 1994 года, была признана виновной в хранении экстремистских материалов. Вот. Конечно же, мы не согласились с этим и подали соответствующую жалобу. Жалоба была не удовлетворена, решение первой инстанции оставлено в силе. Вот, поэтому сейчас вот эта вот неприбыльная организация будет выплачивать 100 тысяч рублей как штраф, и фактически ее признали виновной. Хотя на территории данной местности все знают прекрасно и религиозную общину Алушта, и ее имама, и председателя, и всех остальных, что это люди, никогда не призывающие ни к какому экстремизму, это люди, которые проводили свою деятельность в соответствии с законом и никаким образом не препятствовали или же не совершали каких-то противоправных действий. Ну и, конечно же, мы с данным решением не согласны, вот, и его будем в дальнейшем обжаловать.